Привет, друзья, это Фей и Lost But Found, симулятор работника бюро находок в аэропорту, в котором нам нужно находить предметы, складывать их на стол и отдавать их потом их владельцам. Тут предлагают выбрать сложность, ну давайте пойдем на нормальном. Мы же не пушки, но и не совсем хардкорщики. Добро пожаловать на водный инструктаж. Все просто, вы будете возвращать потерянные вещи клиентам. Хорошо. Иногда на конвейерной ленте с лентой по обе стороны одновременно поступает три предмета. Лучше быстро разместить их на столе, потому что если поступят новые предметы, когда на ленте еще остается предыдущий, вы получите штраф. Окей. Хорошо, мы можем их перемещать и вращать. Управление интуитивное. После размещения предметов на столе вы можете организовать их как хотите, перемещать с помощью мыши или поворачивать, нажимая Куе. Но можно поворачивать колесиком, что очень удобно. Клиенты начали прибывать. Не напрягайте их, давайте им то, чего они хотят, иначе получите штраф. Потерял наушники. Держи. Да. Ну, тут будет что-то типа Papers, Please, насколько я понимаю. Если желаемого предмета нет, можно получить номер телефона, оставить его. Окей. И позвонить им, как только мы найдем предмет. Вот Powerbank, мы можем позвонить, правильно? 55017. Клиент оставит чаевые на столе, нажмите на деньги, чтобы их собрать. Вот это. Ага, хорошо. На столе есть перцовый баллончик. Некоторые люди попытаются украсть предмет или разбросать их. Ага. Так, он начал у меня уже красть деньги, то есть мне нужно как можно быстрее на него реагировать. Некоторые предметы особенно имеют восклицательные знаки. Это означает, что доступна мини-игра, которую вы должны выполнить. Ага. Че, я еще должен свитер чистить? Нормальная такая работенка. Иногда я могу попросить особый предмет. Если вы будете сотрудничать со мной, я сообщу начальству, что вы хорошо справились. Вы можете получить некоторые преимущества от нашего офиса, если продолжите работать в том же духе. В общем, тут будут встречаться разные ивенты, насколько я понимаю, в которых мы можем по-разному поступить. Например, может быть какой-то дорогой предмет, и мы в таком случае... Смотрите, если их друг на друга накладываю, они... Интересно, что они начинают вращаться? Так, прилипают. Но они как-то разбрасываются. В общем, может быть такое, что мы можем оставить предмет себе и потом продать его на черном рынке. Или типа того. Так что что-то такое присутствует. Так, наклейки. Можно добавить их в свою коллекцию. Стырить наклейки. Когда ваша смена закончится, вы увидите статистические данные. Вы можете зайти в торговый центр или посетить охрану для некоторых улучшений. Удачи, пусть начнется суета. Любишь блестящие вещи? Отлично. Считай моим личным альтернативным источником дохода. Положи пару вещей в картонную коробку под столом и загляни ко мне, мы устроим магию на аукционе. Будь паинькой и получишь настоящее сокровище. Ты ничего не видел, понял? Окей. И вы мне предлагаете дневник сложить? Или что? А. Как мне в нее складывать? Ой. Деньги. Так, обручальное кольцо. Окей. Дневник. Штрафы. Ага. Наклейки. Это именно на этом... А, это, видимо, по категориям как-то. А мне не засчитались те, которые я нашел в обучении, да? Окей. Скрипка потерял. Ок. А когда у нас мини-игра, игра паузится. Похоже. Потерял телефон. Держи. Ага. Тут еще Мадрид, Дубай. Окей. Кожаная куртка. Держи, кожаная куртка.
Если ее не почистить, интересно, она просто не даст чаевые? Или что? Так, что мы будем чинить? Ноутбук? А, или... Окей. Ага. Надеюсь, он не заметил, что я стырил оттуда наклейки. Ну, допустим. Ну, на нормале действительно все розета. Расслаблено достаточно, хотя он обручальное кольцо быстро терял терпение. Но на следующем уровне сложности я подозреваю, что тут просто надо постоянно кликать. Средства от насекомых держи. Так, опять Дубай. Шорты чистим. Телефон, держи телефон. Дубай, Нью-Йорк, Париж, Шанхай, Мадрид. Ага. Отвали. Тут что-то нельзя прям выровнять. Так, посадочный талон на Дубай. На. Хорошо. Так, а чё вы начинаете вращаться-то? Словарь. На. Окей, это что? Плюшевый камень Плакса. Зарядка. Зелье. Держи зелье. Допустим. Да, чувствую, это быстро может превратиться в какой-то ужас. Достаточно того, Нью-Йорк. Окей. Это еще иногда надо схватиться, понять, что у тебя этого нет, попросить номер телефона. Или мне просто покажет сразу. Шорты. Вот шорты. Так, бутылка для воды. Окей. То есть я могу нажать «нет» на любой. На любой запрос, видимо. Угу. Закончить день. А у меня есть выбор. Ну, давайте закончим день. Mm-hmm. Так, и теперь я могу в разные места походить. Окей. Почему дом 60 баксов? 3 очка безопасности. Ага. Недостаточно денег, чтобы ходить в банк. Пошел нафиг. Вентилятор, увеличивает шкалу терпения клиентов. О, нормально. Дополнительные деньги, когда вы быстрее доставляете предметы. Увеличить шансы клиента оставить чаевые. Ага, ну. Позволяет изменить фоновую музыку. Ну окей, ну, наверное, вентилятор это в приоритете. То есть мне нуждается в тебе, не пренебрегай ими. Ты должен составлять им немного денег каждый день. У тебя 3 шанса пропустить это, иначе ты проиграешь игру. Хочешь оставить немного денег дома. Ага, и каждый день запрос будет увеличиваться. Привет, я охрана. Иногда я буду просить вас о предметах, таких как секретные файлы. Если вы мне поможете, у вас будут некие преимущества. Удачи. Окей. Подарочная коробка. А это все, что у нас осталось с прошлого дня, кстати. Потерял крем для лица. Нет. Сейчас, так. Где-то он был, наверное, все-таки. Окей. Держи кодовый замок. Так, 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 так. Украшение. Украшение. Шорты чистим. Так, крем для лица. Багаж. Окей. Отдай мне деньги. Ага. Больше тебе ничего не отдать. Средства от насекомых. Крем должен быть где-то. Крем. А, вот крем для лица. Кабель для зарядки. 5-8-806. Правильно я набрал?
Крем для лица. Ага, держи. Чистим, чистим, чистим. Call me maybe. Ачивка. Дорогая сумка. Bluetooth динамик, кошелек. Обручальное кольцо было, где-то было. Но, видимо, мы тебе просто позвоним. А вот оно, кстати. Так, это вообще в помойку, но больше это не надо. Секретный документ. Держи секретные документы. Так, 59 976. Обручальное кольцо, да, держи. Футболка, часы. Так, а как мне избавиться от этих номеров-то? Подушка для шеи, на. Страховые документы, окей. Наклеечки сюда. Почему мы это подписываем? Зачем? Футболка на... О, что-то я там не забрал. Детское масло. Нет. Детское масло. Ага. Средство от насекомых, держи. Детское масло. Как оно вообще выглядит, интересно. Может быть, я его пропустил? Ну ладно. Закончим день. Так, да, в дом уже надо 70 баксов отдать. А, окей, если я отдаю в дом, то я сразу скипаю на следующий день. Я живу в аэропорту тайно, если ты поможешь мне, я помогу тебе, удачи. Браслет. Ага. Так, а где коробка, в которую мы могли складывать что-то? Достаточно талант Шанхай. Держи. Гонконг. Нет. Толстовка с капюшоном. Да. Талон в Гонконг. Книга сказок. О, детское масло, кстати. С камера нет. Так. Камера. Где камера была? Свитер. Свитер, держи. MP3-плеер. Где-то был. Где-то был. Ботанический атлас. А это точно было? Что-то я не помню. Посадочный талон Мадрид. Вот, держи. Карманные часы. Вот, держи. Браслет, MP3-плеер, ручка. Мы, может быть, можем после завершения дня кому-то позвонить? Солнцезащитные очки. Электронная книга. Кодовый замок. Но мы... Игровой ноутбук. Мы не сможем здесь... Я его открыл. Лол. Книга сказок. Да. Сувенирная кружка. А, вот сувенирная кружка. 5-2-4-5-8. Дорогая сумка, рубашка. А вот рубашка. Так, давайте мы попробуем после завершения дня позвонить кому-то. Традиционный веер. Собака в клетке. Сувенирная кружка. На, сувенирная кружка. Можем одну и ту же сувенирную кружку отдать разным людям. Окей, ноутбук. Стикер сюда. Блокнот для задач. А, плюшевый плакса камень где-то был. Где он? Толстовка с капюшоном. Священная книга. Ручка. Ручку вижу. Священную книгу нет.
Так, давайте попробуем. 5-5-8-2-5. Или нельзя? 5-5-8-2-5. Окей, видимо, нельзя. Так, давайте, значит, поищем вот это вот. Рубашка, камера. Значит, рубашка. Чтобы у нас все в одном месте было, и мы быстренько всем могли позвонить. Камень Плакса, вот я вижу. Так, то есть рубашка. Можно их как-то? Так. Рубашка. Камень Плакса. Ботанический атлас. Ботанический атлас — это что-то, что у нас было, сувенирная кружка. Сувенирную кружку мы отдали. Достаточно талон Гонконг. А он у нас был? А, вот он. Так. Достаточно талон Гонконг. Вот он. Детское масло. Детское масло. Я так и не понял, как оно... А, вот оно. Детское масло. Так. MP3-плеер. Сувенирная кружка. А вот камера, кстати. Угу. Помада у нас тут есть. Так, MP3-плеер, сувенирная кружка... MP3-плеер, где? Я не вижу MP3-плеер. А, вот он. Так. Крем для лица. Так. Ботанический атлас. Ну... Зачем мы страховые документы подписывали, конечно. Открытка. Так, обручальное кольцо. Где-то я его, по-моему, двигал. Недавно. Браслет, кошелек, ожерелье. Широкий браслет, сувенир. Кольцо не знаю где. Сувенирной кружки у нас, по-моему, нет. Ботанический атлас я тоже не нашел. Крем для лица. Крем для лица вроде где-то был. Или не был. Вот он. Хорошо. Так, это все предметы, по которым нам надо будет позвонить. Ну ладно. Давайте закончим день. В магазин сгоняем. Купим вентилятор. Угу. Сменить фоновую музыку. Тут, кстати, ассортимент меняется еще каждый день. Дополнительные деньги, когда вы быстрее доставляете предметы. Но у меня нет денег, правильно? Так, офис безопасности. Кассовый аппарат. Дополнительный множитель для денег. 10% к доходу. Прощенные мини-игры безопасности. Значок охранник. Ладно. Интересные тут закупки. Черный рынок. Показывает цены на предметы. Перетащите номер клиента, он автоматически вызывает клиента, затем уничтожает бумагу. Во, вот это имба. Перетащите предметы из коробки на прилавок, чтобы выставить их на аукцион. Когда вы вернетесь, если предметы были проданы, вы увидите, сколько они стоили нашим благотворителям. Перетащите предметы в корзину, чтобы купить или продать. А, в корзину. Угу. Lost but found, в кавычках. Окей. Ставим деньги дома. Недостаточно денег, ё-моё.
Привет, я черный рынок. Иногда я буду просить вас о предметах, таких как игровые консоли. Удачи. Так, а вентилятор и... О, господи, это еще тоже на стол все кладется. А... Так. Ожерелье было. Вкладыши были. Сейчас нам надо позвонить, блин. А, ну мы можем вот так. Быстрее заряди его. Кого? Потерял подарочная коробка. Блин, была где-то подарочная коробка. Потерял свой фонарь. Фонарь тоже где-то был. Так, сканер. Дай мне деньги. Страховые документы. Не, погодите. Как этой штукой пользоваться? О. Редкая карточка для обмена. Чего, блин? Какая редкая карточка для обмена? Какой костюм? Достаточно того, в Лондон. На. Антисептик для рук, таблетница. Портфель. На. Окей. А чё? Я не понял. Он не звонит. А, вот MP3-плеер. Как-то странно работает. Драгоценный камень где-то у меня здесь был. Вот он. Так, игровой ноутбук. Ай-яй-яй, планшет. Клакса, камень. Так. Детский подгузник. Нет у меня детского подгузника. Кожаная куртка. Нет у меня кожаной... А, нет, есть у меня кожаная куртка. Так. Потерял ключи. Где-то у меня были ключи, но я не помню где. Так, камера. Держи камеру. Достаточно талон Гонконг. Фиг знает где он. А вот он. Так, детское масло. Давайте отсканируем. На. Мяч. Я не помню, чтобы у меня был мяч. Так, давайте. Нет, мы не позвонили. То есть я просто отсканировал, и все пропало. Это очень быстро превращается в какое-то месиво. Так, магазин. Тут нам ни на что не хватит. Ладно. Недостаточно денег. Что мы, интересно, с банком можем делать? Ладно. Это превращается во что-то напряженное. И, ну, тут явно много затравочек. Вот всякое какое-то странное, левое, серое, черное и всякое такое. Это классно. То есть эта игра, ну, возможно, не такая мрачная, как какой-нибудь Papers, Please, действительно, но... Все-таки здесь есть какая-то такая хитринка. Это не просто козья игра уютная. Так что что-то интересное в ней можно найти. Вот, она вышла буквально недавно, по-моему, сейчас даже по скидке продается. Так что если вам понравилось то, что вы увидели, знаете, что делать. Я всегда ссылки на игры оставляю в описании, но чтобы о них узнавать... раньше, до того, как вышли видосы, подписывайтесь на наш Телеграм. Там я регулярно о таких игрушках рассказываю. Вообще, всякие новости инди-игрового мира пощу. Так что не пропустите. Как обычно, спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty и Donation Alerts во время стримов. И живите дружно, не болейте. До скорого. Пока.